ладно, как где же вы? Какой волшебник живет в таком раю? Роберт, смотри, следы прелестной ножки. Верно, феи какой-нибудь. Они ведут к террасе, в дверь постучи. Она не заперта и отворилась тотчас. Я едва коснулся до нее. Взгляни, что там? Мой бог! Роберт, Роберт! О, что я вижу! Образ девственно прекрасный, не будет разве трепета в груди. Уйдем, Готфрид, мне кажется опасно здесь оставаться. Этот странный сон красавицы как будто неестествен. Но что с тобой? Ты бледен подо мной. Отвечай, бежим, спешись, прежде желание со мной. Помни, Роберт, не нарушай сна тихого небесного создания. Я как бы ни было спасу тебя, и здесь не допущу остаться. Бежим скорей! Нет, нет, ни за что! Кто здесь? Бургундский рыцарь. Не открывай, кто вы, молчи. Зовут я Вадемон. Молчи. Через горы и леса. Вы верно утомились, я принесу сюда вино, оно вернет вам силы. О, это рок! Западня погибель нам грозит, друг милый. Я паром статься не хочу, мне жизнь милей могилы. Останься здесь, я поскочу, найти отряд сумею, и с ним приду тебя спасти, с красавицей твоею. Не бойся, жди меня, прости. Неужели меня оно с собой погубит? Пускай из этих рук я смерть приму с отрадой.
вдруг ушел. Но он вернется.